На встречу с губернатором люди приехали из нескольких районов Кубани. Андрей Карпенко из станицы Кущевской попросил о ремонте местного культурно-досугового центра. В здании отсутствует отопление и водоснабжение, а также требуется ремонт кровли. Надо все запараллелить, все действия, которые вы сегодня обозначили. И нам никто и ничто не мешает это все делать параллельно. Подводить воду к котельной, вводить котельную. Параллельно, уже если мы уверены, что к концу следующего сезона тепло будет в клубе, ремонтировать и клуб в том числе. И к концу этого года максимально перелистнуть страничку вот с таким состоянием клуба. Перелистнуть и забыть. И люди должны уже осенью прийти в него, в теплый, комфортный, уютный клуб. Викторина, кто необходим, чтобы деньги, если нужно, безусловно, программу и включать, и догонять эту ситуацию, догонять, потому что в прошлом году нужно было это все догнать. А если мы в этом году или к следующему зимнему сезону его не отремонтируем, то надо будет ремонтировать его весь и заново. Вопросы, с которыми обратились жители края к губернатору, будут решены в ближайшее время. Например, Дмитрий Синусов из города Абинска пожаловался на то, что северо-восточная часть города до сих пор не газифицирована, в том числе и его дом. Голубое топливо многодетная семья ожидает уже более 5 лет. Вениамин Кондратьев поручил до конца этого года разработать проектно-сметную документацию газопровода.